Расскажите, что сегодня проходит в городе Силамея? Сегодня и завтра силовые структуры проводят свои спортивные игры у нас. Здесь полиция, спасатели и все силовые структуры Эстонии. Расскажите, почему именно город Силамея выбрали для такого грандиозного мероприятия? У Силамея есть такие возможности? Нет, но обязательно. Во-первых, почему они сюда вообще пришли? Это потому, что у нас эти большие соревнования. У нас очень хорошая база, что реконструирована. И мы можем это сами пользовать и другим предлагать. И они сегодня тоже хвалили нашу тропу здоровья, наши залы, там, бассейн. Так что они очень приятно удивлены, что такой хороший, такая хорошая база. Нужно ли проводить такие мероприятия, как военные игры в городе Силамея? Ну, они у нас очень редко, конечно. Вот я уже тут же в Силамее живу с 1957 года. Ну, очень редко, но нужно. Но я не слышал ничего негативного о том смысле. Еще могу подтверждать это. Для нас это очень хорошо, что, во-первых, идет позитивная информация о нас, что здесь такая хорошая база. Во-вторых, конечно, они пользуют эту базу, это нам выгодно. И, в-третьих, это оживляет нашу жизнь. И в том числе этот концерт, где тогда наши люди могут участвовать. А расскажите, это мероприятие первый раз проводится или в других городах это мероприятие уже проводилось? Это пятое. Это пятое. Через каждый второй год это мероприятие делают. И каждый раз какая-то организация будет ответственным за это. Этот раз это Кайцелит. Расскажите, как мероприятие проходит? Я чувствую, что участники довольны, потому что больше 500 человек пришли на месте, соревнуются, футбол, легкая атлетика. Видите, сейчас награждают, победители довольны. И не самое главное, кто победителем стал, а самое главное, чтобы они участвовали. Что вы можете пожелать жителям города Силамея? Я сейчас желаю хорошего праздника. Успеха как, как в работе, как в спортивных мероприятиях. Вот, пожалуйста, весь коллектив у нас, который мы здесь вот уже идет, подходит. Вот так вот. Мира. Я желаю для всех Эстонии, города Силамея, чтобы мир был.